Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима. Я художник, живу в Греции. Являюсь членом жюри международного конкурса Golden Time. Гранд финал. Поздравляю всех участников этого замечательного конкурса и желаю успеха. Искусство – это способ понимания и отображения действительности. Духовная потребность – это любовь человека к прекрасному. Я ознакомилась в очередной раз с десятками работ. Это абсолютно разные жанры, абсолютно разные стили, абсолютно разные техники исполнения. И стоит отметить, что различные возрастные категории. Искусство используется для правильного восприятия и осмысления окружающего мира. Наш мир нуждается в искусстве, нуждается в прекрасном. Дарите это прекрасное. Сейчас я назову имена участников конкурса, работы которых были оценены мной максимально. Работы, которые меня покорили. Я окунулась 95 работ, 95 миров, 95 совершенно различных настроений. Спасибо вам за эту возможность. Провела прекрасное время. 10 баллов. Максимальная оценка нашего конкурса. Камила Шарифуллина. Возрастная категория 15-17 лет. Антон Перепелица. Возрастная категория 25-30 лет. Татьяна Калугина. Ольга Иванкина. Алена Марченко. Анна Чичерина, Инга Лазебна, Денис Мациевский, Надежда Милук. Работы, которые достойны внимания, достойны гран-при, я думаю. Работы, которые мной оценены чуть ниже 9 баллов, замечательные произведения. Евгений Басак, Алексей Сергеев, Дарья Тлустова, извините, если я неправильно называю имена, Казакевич Снежана, Елизавета Башкова, Лилит Иванова, Валентина Селюк, Федор Бучка, Валентина Куцсивол, Алексей Титов, Светлана Снежко, Богдан Камишин, Лена Хайдук, Лариса Гайдук. Эти работы на меня произвели огромное впечатление. Особенно одна работа – это «Зеленая роза». Девочка исполнила достаточно грамотно. Идея абсолютно оригинальная, уникальная работа меня впечатлила. Я хочу пожелать всем творческих успехов. Также поражена тем, что принимают участие не только дети, но и уже состоявшиеся художники, которые не хотят оставаться на одном и том же месте, хотят проявить себя в различных мероприятиях. Вне зависимости от рода работы, деятельности, которую они в жизни используют. Поэтому я в восторге. Творческих успехов всегда, здоровья. Желаю успеха, хороших результатов. И до новых встреч. До свидания. Привет из солнечной Греции. Пока.